Ну вот и здравствуйте, дорогие друзья, подписчики YouTube-канала. С вами даже сложно сказать, какой уже канал. Или неугомонные просины, но уже навряд ли мы будем называться как пройки. Мы с вами опять хотим пообщаться и попросить совета, поразмышлять о будущем канала. Мы недавно закидывали в сообщество опрос. Он по результатам показал, что большинство предложений, которые сейчас будет озвучено, это поддерживают. Интересно. Да, интересно. Поэтому, Татьяна, давай, расскажи, что мы хотим в будущем сделать, помимо того, что мы будем снимать на этом канале влоги, будет у нас новый проект. И, наверное, возможно, с новым названием. Да? Да, друзья, Дим, спасибо за начало. Мы все-таки как смог. Мы пришли к выводу, что нам необходимо записать такое видео, чтобы вы все-таки понимали. Мы с вами, друзья, с 17-го года, 18, 19, 20, 21, 22. В октябре, в конце октября нам будет уже 5 лет, да, можно сказать, первый юбилей. И нам, знаете, честно сказать, вот неправильно будет так поступать. И просто-напросто забросить канал и уйти, да? Но это не наше. Мы так не можем. Это не мы, да, это не наше. И аудитория у нас, в принципе, такая же, как и мы сами. Поэтому, друзья, у нас возникла такая мысль, такой наш личный, да, проект, благотворительный полностью проект на наши средства. И решили мы его назвать «Про Мордовию». То есть «Просины про Мордовию» или просто «Про Мордовию». Вот сейчас мы находимся в таком интересном месте. Мы уже сняли обзорное видео большое с владельцами шикарного места. Место простора, здесь 25 гектар с кучей различных интересных. Вот мы вообще в глэмпинге сейчас даже находимся. Да, ну это мы сейчас немножко вот спойлернули. Сейчас выйдет у нас этот ролик, а потом ждите через некоторое время, может через недельку, 4 дня, я как спонсирую, вы посмотрите как раз вот все, что мы тут сняли, да, про глэмпинг. В общем, что мы сейчас хотим сказать? Мы хотим запустить, мы, точнее сказать, уже его запустили, это первый, да, первое видео, которое мы сегодня сняли. Это такой проект. Мы будем вам рассказывать, вот как мы рассказывали вам про Икею, сейчас мы будем рассказывать про Мордовию. Но не просто так, да. Не просто про Мордовию, не скучно, никак не монотонно, а очень интересно. А сам интерес будет заключаться в чем? Мы будем рассказывать о истории Мордовии, о загадках, о интересных местах, о традициях Мордовии, о интересных туристических местах. Как еще вот это, например, да, в котором мы сейчас находимся. Вот. Канал будет приблизительно, будет по тематически схож к тому, чтобы кто из других регионов, даже из наших, кто даже не знает, мог узнать. Познакомиться. Узнать ту другую Мордовию, ту интересную Мордовию, ту Мордовию, которую никто никогда, может быть, и не видел. В такой красе, в таком ракурсе. Да. Поэтому, друзья, вот такой у нас проект. Мы очень хотим от вас получить поддержки, одобрение, потому что вы наши зрители, и именно... И без вас, да, мы, наверное, не Дима сможем. Дима знает, это моя любимая фраза. Контентом рулит зритель. Не то, что я хочу рассказывать, а то, что хотят зрители. Ребят, ну, к сожалению, в Икею уже не получится вернуться, потому что доставкой Икеи мы больше не занимаемся, штат мы вынуждены были распустить, да и Икеи как таковой нет. Нам тут прилетел комментарий, да, Дим, что съездите, снимите магазин, да, шведских продуктов. Ребят, ну, а смысл нам туда там ездить? Нам, ну, как бы, да, мы сотрудников попросили, они нам пофотографировали, там несколько стеллажей, стоят кастрюли, стоят чашки. Ребят, ну все, эра Икеи уходит. Ну, да? Умерла, все, как давайте отпустим ее. Да, лошадь сдохла, слезь с нее. Поэтому, кому интересно, просим оставаться на канале. Кому даже, может быть, тема пока не интересна, мы просим вашей поддержки, чтобы вот, ну, количество канала, количество людей в канале было. Вы можете там, да, колокольчик убрать от уведомлений. Да, да, да. Ну, я думаю, вы знаете нашу подачу. Мы всегда находим интересные места и дальше будем находить. Мы сегодня приехали в просторы, причем без каких-либо договоренностей. Мы просто сняли здесь домик, познакомились с хозяевами и пришли к выводу, что да, здесь круто, можно снять. Мы будем ездить вот по таким интересным местам. Повторюсь, полностью мы делаем это бесплатно. Мы не берем никакой рекламы, мы не берем там, да, ни бартером, ничем. Мы хотим нести пользу таким же предпринимателям, как мы, таким же ребятам, которые делают свое дело, делают от души. Вот как мы сейчас делаем сибирское. Ну, это половинка пользы.
Кость, а вот основное, ты забываешь, Татьяна, немножко, но основной смысл канала – это показать другую Мордовию, ту Мордовию. Да, популяризацию региона. Туристическую Мордовию. Допустим, вы где-то живете рядом с нами, в ближайшем регионе, и увидели вы интересную тему. Допустим, вот то, что будущее, опять же, тот самый глэмпинг, где сейчас находимся, он вас заинтересовал, и вы можете уже сюда приехать, вам уже это интересно. И с каждым видео мы будем рассказывать о Мордовии, о святых местах. Не знаю, там о традициях. Ой, вы можете потом, со временем, когда мы все это осветим, Мордовию, ну, грубо говоря, не знаю, но... Не приезжай узнать ее. Не приезжай узнать. И узнай поближе вот ее потом, да. Приехав на то место, где мы там побывали. А там, глядишь, мы дойдем до проекта, ну, про, да, Россию. Ну, не, навряд ли. Нам Мордовию не изучите. Это в будущем. Ну что, друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели. Ждем ваших комментариев. Вы нас знаете уже как облупленных, да, за 5 лет, что вы, да, с нами, что существует канал. Поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку. И повторим все наши проекты, которые мы делаем в рамках наших вообще, да, вот нашей деятельности, они все благотворительные, это помощь, и делаем мы это на наши заработанные деньги с помощью Cyber & Wellness. Поэтому, если вы хотите стать клиентом, партнером, начать пользоваться продуктом, ребят, мы с вами, мы готовы, мы открыты, рука наша вот, и, пожалуйста, приходите. Все? Вот договорил. Человек-голова. Говорящая. Отключай. Ну как я отключу? Он далеко. Зрители, отключитесь.